Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио центра «Сангейт». У микрофона руководитель центра «Сангейт» Михаил Мелехов. И рядом со мной находится астролог, психолог, специалист в аюрведе, древнейшей науки здоровья, один из лучших хиромантов мира Сергей Серебряков. Сегодня темой нашей программы будет, как я уже сказал вчера, дети. Я хотел бы рассказать один рассказик, точнее притчу, коротенькую, а он его потом попросим прокомментировать. Однажды очень давно всеми уважаемый человек, мудрец, собрал таких же, как и он сам, мудрецов, учителей, и стал перечислять деревья, которые растут в святых местах. Когда он закончил, маленький мальчик, его сын, которому было всего 5 лет, и которого звали Мадхваначарья, который впоследствии стал великим ученым, вдруг сказал: «Папа, ты забыл дерево Лукуч». Наступило молчание, а потом все присутствующие поднялись со своих мест и собрались уходить. В те времена существовал закон: если сын учит своего отца в присутствии других людей, то в этой семье царит безверие. Они собрались уходить, сказав, что им тут больше делать нечего. Да, уже в то время считалось великим оскорблением, если ребенок публично делал замечание отцу. Но вдруг со своего места поднялся отец Мадхваначарьи. Он сказал: «Постойте, уважаемые мудрецы, а вдруг ребенок сказал правду? Да, если это правда, я действительно забыл про это дерево, почему же вы все отворачиваетесь от истины? Ведь это указывает не на вашу мудрость, а на вашу гордыню. Он же действительно сказал правду. Я забыл про это дерево. Он меня поправил». Наступило молчание, и тут все услышали детский плач. «Папа, папа, я оскорбил тебя». Отец ласково на него посмотрел и сказал: «Не плачь, сынок, не надо. Эти люди сами себя оскорбили. Ты сделал замечание, ты поправил меня. Ты великий ученый». Отец тогда уже увидел в своем ребенке великого ученого. И однажды, уже много позже, мальчик спросил: «Папа, а почему люди все время плачут?» Отец ответил: «Наверное, потому что они не знают истины. А почему же они не хотят ее узнать? Что нужно сделать, чтобы люди услышали истину?» И отец сказал: «Сынок, нужно быть либо великим подвижником, либо святым. Вот только тогда они услышат истину». Мальчик задумался. Ему было 12 лет. Это был тот возраст, когда период воспитания детей заканчивается. Конечно же, отец тогда не мог предположить, чем станет для сына эта фраза об истине. Ночью мальчик ушел из дому, и больше его никто не видел. Он ушел в Гималайи, там учился. Потом он стал великим Мадхой, одним из самых великих учителей духовности тех времен. Мадхваначарья считался королем метафизики. Он расписал весь мир с точки зрения метафизики. Он прожил около 100 лет, и у него было очень много учеников и последователей. Он написал много книг, описал практически идеальный нотный стан, раскрыл значение многих санскритских слов. Он был ученым, как принято говорить с большой буквы. Из этой истории можно заметить, что с его отцом у него были очень теплые отношения. Отец всегда его уважал. Он говорил: «Ты будешь ученый, ты уже ученый человек, поэтому ты и сделал мне замечание». Вот такая история. И теперь я хочу, чтобы, Сергей, вы прокомментировали, в чем тут дело, почему это так важно, когда родители видят в своем ребенке личность. Спасибо, очень интересная история. Также хочу поприветствовать всех дорогих наших радиослушателей. И хочу сказать, что действительно эта история имела место быть. Сейчас, в частности, в Индии есть такое место, называется город Удупи. И там стоит место, памятник, где действительно Мадхваачарья, который впоследствии стал один из самых известных учителей и святых того времени. И, ну, это касается Индии далекой, а что же касается нас лично, простых людей. Сейчас очень большая проблема заключается в том, что дети оторваны от родителей, от родителей оторваны от детей. То есть, когда падает мораль и когда падают какие-то духовные отношения между поколениями, то теряется самая большая потеря. Это знание. То есть, старшие не в состоянии передать знания младшим, а младшие, уже будучи пустыми, не в состоянии дать ничего своим детям. И в результате это приводит не только к потере семейным традициям, но и к утрате могущества всей цивилизации в целом. Ну, а как тогда в том далеком древнем ведическом обществе, как воспитывались дети? С каких позиций, когда, в каком возрасте надо воспитывать детей?
Ну, нельзя так сказать, что во всех семьях воспитывали всех правильно. Идеальное воспитание больше всего проходило в более высокородных семьях, то есть там, где соблюдались традиции. И как они воспитывались? В первую очередь, она воспитывалась на уважении к учителям и на уважении к старшим. Вот это два основных закона. Потому что если нет уважения к учителям и к старшим, в частности родителям и всем остальным нашим родственникам, то такой человек не в состоянии ничего получить. И это была основа образования. Сейчас образование или воспитание основывается на знании каких-то материальных наук. Но посмотрите, что происходит. Я очень часто такое видел, что сын может спокойно послать отца на самые, так сказать, непристойные места. Также мы видим, что происходит даже убийство своих родителей. Можно убить физически, можно психически, это без разницы. Так или иначе, что вот эта вот грань, она стирается. И в этом проблема заключается, что нет этикета, нет культуры. И когда нет этикета, то стирается грань между старшим и младшим. Поэтому образование передать невозможно. Например, одно из больших ошибок – это вместе со своим сыном или дочерью, ну, например, как говорить про наш мир, это выпивать, например. Очень часто это делают. Нельзя это делать, потому что стирается грань между отцом и сыном. А потом, когда он начинает ему говорить какие-то действительно разумные вещи, он не может его слышать. Потому что ты с ним уже вошел в отношения понебратства. Так что, если говорить про воспитание, то это огромный материал и требует много времени, чтобы об этом поговорить. Но в целом, отвечу на ваш вопрос, суть воспитания заключалась в первую очередь, это в уважении к учителям. В частности, что происходит, я не знаю, как здесь в этой стране, но что происходит в многих школах. Ну, например, дети, они считают, что родители купили учителей, и они теперь имеют право делать все, что им вздумается. Заметили такое? Не знаю, у нас, по-моему, такого я не замечал. Ну, и слава богу, но вот такие явления существуют. Ну, вот вас купили, вы теперь давайте обучайте нас делать то, что мы хотим. И в результате что получается? Ребенок не в состоянии получить образование. И древнее образование заключалось не в том, чтобы сделать из него математика, физика или какого-то специалиста в какой-то области, а древнее образование заключалось в том, чтобы научить его быть счастливым. И, кстати, даже сейчас, посмотрите, вот юноши, девушки, они подросли, детство кончилось, они выходят в жизнь, такие начитанные, но при этом они не могут выстроить отношения друг с другом. Вот он скоро замуж выходит, она не знает, что делать с мужчиной, мужчина не знает, что делать с женщиной. Они рожают детей, они не знают, как воспитывать своих собственных детей. То есть отсутствие самого главного образования. А как выстраивать взаимоотношения? И самая первая задача родителей – это научить их выстраивать взаимоотношения, в первую очередь, со своими родными родителями. Сергей, скажите, а с какого возраста считается, надо воспитывать ребенка? Ребенка надо воспитывать еще с того возраста, когда его нет. То есть, в первую очередь, они должны научиться любить друг друга. То есть, отец и мать. Вся эта проблема начинается из-за невыстроенных отношений между мужем и женой. И когда рождается у них ребенок, очень важен мотив. Каким мотивом они его родили? Если рождается ребенок из-за любви к нему, из-за любви рождается ребенок, в процессе любви рождается ребенок, то он ожидаемый. Соответствующие дети смотрят на родителей, и они копируют, моделируют их взаимоотношения. Но если происходят разводы в 2-3 года от роду, когда ребенок остается один и видит, что папа не любит маму, мама не любит папу, он не может больше их слышать. Даже если мама и папа будут академиками. Но он не может их слышать, потому что нет причины. Или, например, когда уже взрослая мать там говорит, взрослая дочь, и мать пытается ей объяснить: доченька, смотри на меня, делай вот так. Она не может ее слышать. Почему? Потому что где твой муж? Где твоя семья? Как ты можешь воспитывать меня, если ты не смогла устроить свою личную жизнь? Вот воспитание, любое воспитание, что в школах, что дома, оно строится на личном примере. Потому что если у вас все в порядке, они видят, что вы счастливы, процветающие, и все ваши слова будут иметь силу. То есть это очень, на самом деле очень актуально и одна из самых сложных тем современного мира. Это взаимоотношения полов и взаимоотношения детей тоже. Дело в том, что между взаимоотношениями людьми сейчас не выстроена ценность. То есть люди не понимают, а зачем нам это вместе жить? А для чего мы существуем? Для чего нам нужна семья? И для чего нам нужны, в конце концов, дети? Так вот, ответ на ваш вопрос. Чтобы воспитать хорошо ребенка, сначала нужно понять, а что такое вообще семья в целом? Для чего он появляется на свет? Какая наша задача? Вот пока они не ответят на этот вопрос, будут очень много сложностей и трудностей в
могу даже сказать слово не воспитание, а взаимоотношения с ребенком. А скажите, прослеживается ли какая-то тенденция вот из вашего богатого опыта психологических консультаций, тенденция детей, которые повторяют судьбу своих родителей? Насколько это правомерно процентом, скажем, отношений? Да, такое явление существует. В какой-то степени мы повторяем судьбу. Но нельзя сказать, что прямо все вот дети повторяют точность судьбу своих родителей. Я говорю про тенденции, что они существуют. Например, если... ну вот, например, смотрите, говорите «карма», «карма» – такое слово страшное, запутанное, непонятное. На самом деле все очень просто. Вот мама, она дочке говорит: «Не уважай мужчин, бей их как хочешь, делай сама все, что хочешь». То есть она уже вкладывает в сознание ребенка неуважение к мужчинам. Будучи, видя, как они строили отношения с отцом, еще мать говорит: «Не уважай мужчин», она хочет замуж, ищет себе мужчину, потом начинает моделировать отношения матери со своим отцом. И у нее разваливается семья.